вопрос, может ли Россия позволить себе участвовать в подобных проектах? Если может, то, конечно, да. Вот, потому что освоение космоса, несмотря на то, что оно происходит значительно медленнее, чем это там прогнозировали фантасты в середине прошлого века, которые уже считали то, что к настоящему моменту мы должны были бы там основать внеземные колонии многотысячные. Вот, оно происходит, процесс, к сожалению, происходит значительно медленнее, но, тем не менее, это явно одно из магистральных направлений развития там, всего человечества на ближайшие столетия. Не участвовать в космической гонке, совершенно совсем не участвовать, это, конечно, будет крайне обидно для страны, которая, в общем-то, лидировала в этом процессе несколько десятилетий назад. Но, как я уже говорил, в данном случае нужно все свои желания сопоставлять со своими возможностями. Я, к сожалению, не знаю, в каком состоянии на текущий момент находится российская космическая программа. Мне сложно комментировать как бы экспертно данный вопрос.